Добрый день. Меня зовут Шеф Янна, я куратор сообщества образования на IndexQ. Сегодня мы сделали классную встречу с нашим спикером Максимом Титовым из Skyeng. Максим – руководитель департамента Teachers. Он задействован сразу в нескольких проектах Skyeng, SkySmart и SkyTeach. Он подробнее расскажет о том, как это все между собой пересекается. Сегодня мы хотели бы поделиться тем, какие есть возможности в образовании сегодня для людей, которые преподают в школах, которые занимаются репетиторством, которые хотят развиваться в образовании и не оставлять школу и свои обязательные проекты. Буду рада представить Максима, как раз таки рада видеть Максим. Всем всем доброго дня или вечера. Аня, спасибо за такое интро, воодушевляющее. Действительно, значит, мы должны сделать классную встречу и рассказать о всех возможностях. Очень коротко о себе. Я пришел в Skyeng, когда это был совсем еще стартап. Это было почти 6 лет назад. И сразу же мне достался такой сложный и интересный вызов, как работа с преподавателями. На тот момент у нас было, даже не было и тысячи преподавателей. Сколько, сколько у нас сейчас будет, прямо на следующем стадии вы знаете, но больше. В общем, более пяти лет я занимаюсь с преподавателями, стараемся вместе менять этот мир к лучшему. И сегодня я хочу, чтобы за то время, которое мы проведем вместе, у вас сложилось впечатление: свое собственное Skyeng, SkySmart, SkyTeach. Мы поговорим о плюсах, о возможностях, которые мы предоставляем. Их у нас много. Но я считаю, что было справедливо и не было, знаете, как каким-то таким -то рекламным роликом. Поговорить о минусах, о тех сложностях, которые я вижу, с которыми сталкиваются ежедневно преподавателям, я считаю, будет справедливо об этом тоже поговорить. Ну что, начинаем. Начнем с цифр. Их будет немного, но они будут большие. Компания Skyeng в этом году исполнится уже 10 лет, и мы гордимся тем, что мы, тем, что мы являемся крупнейшей в Европе образовательной тех компаний. Мы входим там в разные рейтинги, не буду их перечислять. Что мне радует это эти цифры? Сейчас у нас уже более 15 тысяч преподавателей. То есть, вот так быстро мы выросли за последние 5 лет. По сути, в 15 раз, даже более мы выросли. Мы постоянно, регулярно с нами обучаются более 100 учеников. Всего уже мы обучили более полумиллиона выпускников у нас есть. И 8 миллионов занятий в этом году как раз на десятилетие ожидаем красивую цифру в 10 миллионов проведенных занятий. Представляете? Вот. Это цифры. Цифры. Теперь, по сути, что такое... Что с чем вообще отличается Skyeng, SkySmart, Sky SkyTeach? Sky Sky Skyeng – это большой бренд, в котором обучаются, как правило, взрослые. Три с половиной года назад мы поняли, что детское направление, оно очень-очень важно, и его нужно запускать и выводить отдельно. И у нас образовался органический бренд SkySmart, который, конечно, стартовал с самого популярного предмета. Это английский язык. Затем к нему довольно быстро присоединилась математика, с которой, к сожалению, у ребятишек есть трудности. Ну и затем поехала физика, русский язык, программирование. Сейчас мы запустили недавно Шахматы, создание сайтов. Вот мы запустили в декабре, и эти курсы пользуются огромной популярностью. Везде есть разные форматы. Сам популярный формат, безусловно, это классическая классический 50-минутный урок в формате один на один. Но также есть и групповые занятия, и вебинарные истории. В общем, мы даем все возможности, как ученикам получать знания, так и преподавателям, является такой площадкой, которая объединяет и тех, и других. И есть бренд еще отдельный SkyTeach, который тоже у нас фигурировал на первом слайде. Под этим брендом как раз происходит все, что, так сказать, под капотом школы, это все, что связано для преподавателей, там есть у нас свои комьюнити и прочее, и мы сейчас об этом обязательно еще поговорим, я вам покажу. Ну да, еще, еще отдельно про SkySmart, что у нас фаундеры э, математики, и они очень-очень любят цифры и результаты. И процесс обучения это, безусловно, прекрасно, увлекательно, но ребята изначально создавали SkyEng, и особенно большой фокус сделали э, при запуске SkySmart на том, чтобы мы действительно подтягивали и давали людей до конкретного результата. Со взрослыми, как всегда, чуть посложнее, да, потому что самая популярная причина, какая люди приходят учить, ну, потянуть английский язык где-нибудь пригодится. Что касается детей, то, наверное, лучше меня знаете, что дети приходят, как правило, к олимпиаде, к поступлению, к сдаче ЕГЭ, возможно, международного экзамена. И здесь вот очень-очень важно, что в SkySmart у нас все это оцифровано у нас считается сколько учеников э, перешли с тройки на четверки в школе четверки на пятерки и у нас такая есть по, по сути связь основного образовательного процесса с тем что мы дополняем и гордимся тем что большинство наших учеников являются отличниками могу привести свой пример у меня дочка уже полтора года как занимается учит английский язык и помимо того что я вижу э, Результаты, и мы можем даже с ней вместе какую-то музыку обсудить или фильм, который я смотрю, она подходит и говорит: о, тут интересно, говорит, она в школе, конечно, сейчас лидер в своем классе по английскому языку, и она говорит: ты знаешь, у нас преподаватель вот это слово неправильно говорит. Я говорю: ну, поправлять не надо, но ты, как бы, знаешь, что так. Поэтому действительно, это очень-очень важная история. И на детях, особенно мы нацелены на результат. Это на самом деле. Является как плюсом, так и минусом, об этом мы тоже еще поговорим, то есть это, конечно же, формирует преподавателям повышенные требования, но зато ученики счастливы и готовы продолжать занятия, приводить друзей, рекомендовать преподавателей, то есть это на самом деле взаимовыгодная, как мне кажется, история, но требующая весьма серьезных усилий двигаемся дальше, конечно же, да, и успехи наших преподавателей, то есть не только успехи наших учеников, успехи наших преподавателей радуют нас постоянно. Тут будет несколько таких скриншотов. У нас есть внутренняя внутренний мессенджер для преподавателей, который называется Slack. Каждый преподаватель есть там зарегистрирован, есть доступ, преподаватели разбиты на разные сообщества, комьюнити создают свои, ну и там, конечно, бурлит жизнь, в день, в день пишется около тысячи сообщений, если я не ошибаюсь, последней статистики, и там огромное свое сообщество, это тоже, конечно, один из, один из плюсов сотрудничества с нами, мы плавно переходим вот к этой истории, почему же 15 тысяч преподавателей даже более связались свою судьбу со СКН, на мой взгляд, почему Почему это так? Ну, прежде всего, потому что есть целый набор факторов, и первый из них – это мы снимаем всю головную боль, связанную с поиском учеников. То есть у нас один из самых лучших маркетингов в стране, лучше, наверное, только у Яндекса. Вот. Поэтому да, действительно, мы умеем привлекать учеников, привлекать много. То есть на сегодняшний момент у нас обучается 100 активно, то есть из месяца в месяц обучается 120 тысяч учеников. И как несложно посчитать, при 15 тысячах преподавателей, то есть по 8-10 в среднем учеников идет каждый преподаватель. И мы обеспечиваем на любое время, в любой часовой пояс, то есть мы снимаем самую одну, мне кажется, из самых главных болей, мы полностью обеспечиваем учениками. Достаточно просто открыть расписание, указать удобные слоты, и мы довольно быстро заполним желающими. Ну да, и тоже важно, что у нас есть разделение, есть те, кто работает с детьми, есть те, кто работает со взрослыми, есть те, кто работает и с теми, и с другими. И тут тоже можно выбрать. Еще есть несколько категорий у нас там есть отдельно премиальное направление, есть направление корпоративное, когда работ... мы специально подготавливаем людей по бизнес-тематикам. Но это тоже все обсуждается, и в принципе у каждого преподавателя есть возможность попробовать свои силы в разных направлениях. Что еще с учениками? Давайте не будем далеко уходить. Мы, конечно же, полностью берем на себя все вопросы по сопровождению учеников, напоминание, чтобы они выходили на уроки, не забывали оплачивать эти уроки, чтобы они делали домашку. Есть специальные там мобильные приложения для учеников, для преподавателей тоже, кстати, есть. И по сути весь ну, всю сферу customer сервис мы берем, мы берем на себя. Да, здесь множество, множество наших, это один из преподавателей хвастается, как он подготовил ученика к собеседованию, по ним попадают на работу в Coca-Cola, Facebook, в общем, много уже кого мы подготовили для компаний с мировым именем. Еще из плюсов, что у нас есть, конечно же, наша, наша гордость, наша платформа, которая называется «Вимбокс», на ней есть абсолютно все материалы. Количество уроков уже перевалило за несколько тысяч. Их подготовили лучшие методисты. У нас все материалы наши собственные разработки. По сути, мы снимаем с преподавателей головную боль по подготовке этих материалов. Вам достаточно просто выбрать курс и идти по нему. И система будет подсказывать, какой из уроков лучше взять, какую персонализацию для того или иного урока придумать. В общем, мы все это берем на себя. Домашка. Никакую домашку не надо проверять. У нас все это автоматически э, сделано. Есть э, ежи, ежедневные домашние задания, есть контрольные работы, как э, ежеквартальные, есть там годовые условно-контрольные работы, как, как для взрослых, так, так, так и для детей. Есть собственная комьюнити, о котором я уже говорил. Сейчас тоже покажу несколько скринов. И есть еще одна история, которую мы запустили всего лишь два года назад. Не знаю, почему мы раньше это не запускали. Это история наставничества. То есть действительно, в связи с тем, что мы развивались и становились все мощнее, 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 и это один из минусов о том, что сложно так вот прийти и ну, прям сразу, сразу преподавать не получится. Нужно пройти специальное обучение, это занимает время. Ну и потом, пройдя обучение, конечно же, преподаватели много вопросов, потому что платформа большая, личный кабинет большой. Мы хоть и постоянно пытаемся выбирать все самое, самое а, странное оставлять только-только самое нужное. Хотя нам, конечно, кажется, что все нужное. Но тем не менее, конечно, у нас есть отзывы. И отзывы о нас: что пришел, на мне дали много обучения, все сложное, там и методика, и своя методика и свои уроки и платформа такая сложная навороченная и я сдался да такие действительно отзывы есть нужно потратить время нужно вложить в себя эту историю чтобы чтобы начать преподавать и раньше по сути мы это все отдавали на откуп преподавателям. Ну, справился, справился, не справился, но дальше как бы время, время рассудит уже. Не справился, уходит. Но мы поняли, что мы теряем много хороших преподавателей просто потому, что действительно у нас мы слишком усложнили процессы. И мы решили, что почему бы не попробовать старый проверенный способ, который применяется с древних, мне кажется, времен. Это наставничество. Когда есть опытный преподаватель, который сам уже прошел огонь воды медные трубы и все платформы которые только были и он готов помочь новичкам готов взять ответственность за новичков и сопроводить их на, на в первые два месяца и когда мы это добавили у нас резко сократился отток а, в течение первых как раз двух месяцев потому что ну, одно дело материалы официальная часть другое дело когда ты общаешься да, с наставником который все это уже прошел, который там... У нас есть люди по 5, по 7 лет в школе, и, конечно же, именно они являются наставниками, которые знают все нужные ходы и все, как делать. И действительно, у нас очень сильно улучшились показатели удержания преподавателей в первые, первые месяцы. сейчас мы эту историю развиваем дальше. То есть для каждого, кто приходит, вне зависимости от предмета, у нас есть именно институт наставничества, к вам будет прикреплен человек, который э, заинтересован, э, в том числе и финансово, э, в том, чтобы вы остались в школе и стали замечательным э, преподавателем. Что еще из плюсов? У нас есть очень, как мне кажется, классный, мощный, собственный обучающий центр, опять же, с нашими материалами э, – все обучение преподавателей, по сути, делится у нас на три части. Первая часть это то обучение, о котором я сейчас рассказывал, оно стартовое для того, чтобы начать все это сделать. Вторая часть обучения это все, что связано с методикой. То есть, если вы хотите дальше углубляться в каждом предмете, различные методики изучать, у нас есть огромная база знаний, есть постоянно проводящиеся вебинары, есть воркшопы. В общем, у нас порядка 15 разных форматов обучения все они бесплатные и становятся доступны преподавателю с самого первого дня работы. В них можно ходить и постоянно повышать квалификацию. Более того, у нас внутри мы помогаем преподавателям подготовиться к сдаче международных экзаменов. И мы компенсируем 50% от стоимости обучения на... В общем, чтобы сдать международный сертификат, нужно заплатить довольно серьезную сумму, мы половину этой суммы сразу компенсируем, еще там повышается грейд, соответственно, повышается ставка для тех, у кого есть такие сертификаты. В общем, обучающий центр ⁇ это тоже та история, которой мы очень-очень гордимся, и она действительно помогает нашим преподавателям развиваться. И история, которую мы, мы внедрили уже в 2020 году, в связи с известными событиями, которые изменили весь мир, я сейчас говорю про пандемию, мы поняли, что мы просто обязаны обеспечить наших преподавателей профессиональной психологической поддержкой, и мы наняли в штат 5 профессиональных психологов на разных языках, потому что у нас преподаватели со всего мира. И это тоже бесплатно. Правда, там сейчас большие очереди, но мы сейчас в поисках еще расширения штата психологов. К сожалению, требуется помощь и вопросы, которые решают психологи. Ну, там врачебная тайна, но в целом они говорят о том, что просто далеко за пределами за пределами преподавательства, в принципе, помогают решать и личные вопросы. Я считаю это правильным, потому что мы заинтересованы, чтобы преподаватель находился в хорошем расположении духа, в классном настроении и передавал свою энергию своим ученикам, чтобы они добивались своих целей. Конечно же, у нас есть и методологическая поддержка, то есть по любому вопросу можно обратиться в специальное по сути, там, службу в окно, где мы довольно быстро отвечаем, помогаем готовиться к сложным э, кейсам, к сложным урокам. Есть, ну, безусловно, техническая поддержка, где мы все помогаем настроить. И есть э, поддержка по любым вопросам, который называется Teacher's Care. Э, в общем, все, что там где-то вовремя что-то где-то не, не сделали, не отметили урок, все мы помогаем сделать. И в месяц у нас порядка сейчас 40 тысяч обращений, которые мы закрываем там, в течение 8 минут, средний срок ответа. В общем, быстро мы реагируем и помогаем преподавателям решать все все их задачи. Потому что мы заинтересованы, чтобы преподаватель был сфокусирован на проведении качественных уроков. И никакие внешние факторы его не раздражали. И мы готовы в это инвестировать, потому что потому считаем это правильным. Вот и про комьюнити, да, у нас очень мощная комьюнити а, преподавателей, а, их 15 тысяч, и, конечно же, им хочется не только проводить уроки, а общаться друг с другом, а, и мы помогаем, создаем все условия для этого, конкурсы, берем всю, по сути, модерацию на себя. У нас каждый год проходит очень большое масштабное мероприятие, такой марафон Skyeng Teacher Award. Выбираем лучших трех преподавателей, которых отправляем э, в путешествие, обучению за границу, э, устраиваем большие метапы и конечно, э, пандемия вносит коррективы в наши планы, но мы надеемся, что э, мы, снова, мы см снова сможем скоро вернуться к офлайн форматам потому что у нас всегда были самые яркие мероприятия именно с участием преподавателей. Недавно у нас закончился марафон «Забота о себе». Целый, целый четвертый квартал прошлого года это длилось. В нем приняли участие несколько тысяч преподавателей. Там были прям задания, то есть настоящий марафон. Все, что сейчас модное в тренде, мы это делали. Марафон «Забота о себе». Начали в этом году все-таки возвращать практику офлайн встречи Видите, что в декабре в крупных городах у нас прошли встречи преподавателей, все они были веселые, как и должны быть встречи в декабре, и в конце декабря много-много приятных историй рассказывали в чате, было, было очень интересно и приятно это все читать. Вопрос, а кто, кто, собственно говоря, является преподавателями нашими? На самом деле у нас очень широкий широкий спектр. А когда мы только запускались, были жесткие ограничения по возрасту, по образованию. Счетом развития школы а, и запуска новых предметов мы, мы эти рамки расширяем. На сегодняшний день мы берем преподавателей от 20 лет, да, вот такая цифра. А на шахматы есть у нас несколько ребят, которые даже в 19 лет прекрасно играют и прекрасно обучают этому делать. И более того, за за последний год, когда мы запустили шахматы, мы уже подготовили несколько чемпионов среди детей в, ну, в местных в местных соревнованиях. Вот это очень очень здорово. По Московской области парень помню, до 12 лет победил. Он как раз готовился с одним из наших преподавателей. Уже много таких достижений, могу там бесконечно говорить, договорить, но время поджимает, надо ускоряться. По образованию, тут тоже на самом деле все обсуждаемо, но, конечно, в приоритете это педагогическое или профильное образование и опыт преподавания, вот эта история, от которой мы не отказываемся, здесь, безусловно, требуется опыт преподавания, потому что будет очень сложно. Мы пробовали, проводили несколько экспериментов в 2018 году, насколько я помню, участвовал в создании его, когда брали без опыта. Но это, это тяжело, и результаты сложно обеспечить и самим преподавателям тяжело. Поэтому минимум все-таки год необходимо э, иметь опыт э, преподавания в той или в той или иной сфере. Как вообще происходит путь? Вот если вы решили стать э, преподавателем, э, как, как он происходит? Путь э, несложный, но тем не менее он состоит из, из, из ряда из ряда этапов. Все начинается с аудиоинтервью. У нас раньше был формат видео, но это было очень стрессово для преподавателей. Когда мы внедрили, конечно, записать видео, это довольно сложно. Поэтому сейчас мы перешли на упрощенный вариант. Нам достаточно послушать, как преподаватель презентует себя и выполняет определенное задание. И вот руководитель, руководитель методистов, которые проверяют тысячи аудиоинтервью, Анна Медведева рекомендует расслабиться, подготовить план и, по сути, быть, быть самим собой. Дальше, если вы прошли успешно аудиоинтервью, а это несложно, большинство проходит, то дальше у нас есть тест. Безусловно, по, по, по каждому предмету есть свои задания для того, чтобы понимать, что вы вообще супер классно владеете этим предметом. Есть тест, который тоже много, много проходит. И дальше есть самый-самый важный этап, на котором, по сути, происходит принятие решения о том, двигаемся мы дальше или все-таки... Нет, это тестовый урок, тренировочный урок, вы готовите урок э, по своим материалам, мы полностью снабжаем всеми инструкциями, то есть мы, мы смотрим, как, как, как вы сможете э, по шаблону подготовить урок, потому что все уроки, которые будете проводить, большинство из них, они, они идут по шаблону. Но при этом мы всегда за персонализацию, за свой подход со стороны преподавателя, чтобы урок ну, не был прям машинным каким-то. Это тоже как бы крайность, мне кажется, истинность посередине в середине. Есть шаблон, но при этом есть живое ведение урока. И вот как раз Александр, который возглавляет э, департамент методистов, э, ну, в целом весь рекрутинг, он рекомендует снова не волноваться, не бояться, внимательно изучить памятку и действительно обеспечить техническую э, подготовку уроков, и тогда все будет хорошо, и вы будете приняты э, в ряды преподавателей. Дальше стартует э, заключение договора, тут есть вопросы и ответы. Э, есть самые разные форматы, которые мы работаем, формат самозанятости, можно быть и там ИП, и всякие-всякие иные истории. Они все-все возможны, мы всегда идем э, навстречу и находим э, варианты для того, чтобы всем было удобно. Ну и дальше э, вы проходите то самое стартовое обучение, о котором я говорил, и начинаете свой, э, свое путешествие в мир Skyeng. Вам ставятся первые ученики, э, перекрепляется наставник, который подготовит вас, как я говорил, и снимет весь, э, весь стресс, который, безусловно, присутствует при проведении первых уроков. Ну и дальше э, все, что вам нужно, это компьютер, ноутбук с хорошим интернетом, тихая, спокойная обстановка и классный настрой, и вы проводите, проводите уроки. Что касается расписания занятий и оплаты, Вопрос. каждый предприниматель сам определяет свою нагрузку. Мы просим, чтобы это было от 20 часов в неделю, но, опять же, для старта можно и поменьше, для того, чтобы понять и разогнаться. Но дальше уже вы сами определяете. У нас есть предприниматели, которые проводят и 60 уроков, и 70, есть и 170, есть и рекордсмены – который проводит больше 300 уроков в месяц, но я, честно, не представляю, как это возможно. Это по 13 уроков в месяц с минимумом выходных. Я выходил к этим преподавателям, с их руководителям и узнавал вообще, все, все ли хорошо у них, как замечательные жизнерадостные люди энергия бьет, они готовы делиться, у них свой график, рано встают и рано ложатся, но при этом как-то вот, в общем, у каждого свой график, и из разных причем, стран мира, в общем, им нравится это, ведут по 20 учеников и готовят их самым-самым разным замечательным историям, когда люди там меняют работу, переезжают куда-то, ну или просто повышают свой английского языка, ну и про детей тоже я говорю, что мы помогаем улучшить Улучшить результаты. Ну, и само расписание, как я говорил, вы открываете часы. У нас есть рекомендуемые часы, которые вот так вот быстро заполнятся. Но они, это не обязательно. Вы можете выбрать те часы, которые удобны вам, учитывая, что все живут в разных регионах, и наши ученики тоже из разных регионов. Мы всегда найдем и сделаем так называемый у нас внутри называется мэтчинг пары ученик-преподаватель. Оплата. Про, про оплату. У нас есть. Очень простая мотивационная схема, где есть базовое вознаграждение, которое дается на старте. И дальше можно это базовое вознаграждение увеличивать, сдавая экзамены и делая определенные шаги, чтобы повышать свой грейд. И есть система бонусов, которая, как правило, ну, то есть система бонусов состоит из двух частей: опять же. Первое, это за ваш опыт мы платим, то есть опытные преподаватели получают больше, как и во многих других школах. И еще очень важно, это то, что. Чем дольше вы удерживаете ученика и мотивируете его заниматься, тем больше вы получаете. Там 20, когда ученик прошел с вами 20 занятий, это одна доплата, 40 – другая, 50 – следующая. В общем, там такая лесенка, и, в принципе, эту ставку можно вполне, вполне хорошо разогнать. Здесь на вашем экране есть две цифры при нагрузке в… Всего получается в 4 часа в день Старт, стартовая базовая часть без бонусов составит 24 тысячи рублей. И если работать полную, полную неделю, то это там цифра уже ближе к 50 тысяч но это без бонусов. Дальше все зависит, как говорится, от вас: как, как вы будете удерживать учеников, как их мотивировать, как персонализировать занятия. И чем дольше ученик с вами еще раз, тем эта цифра быстрее и, и, и выше растет. Дальше у нас еще есть другие направления, как я упоминал уже ранее, например, у нас есть направление премиум, если вы готовы самостоятельно создавать дополнительные активности для учеников, создавать персонализированные, заточенные прям под конкретные цели ученика уроки и соответствуете высоким высоким стандартам уже есть опыт то для вас открывается возможность перейти в департамент премиум там на сегодняшний день у нас уже более тысячи преподавателей и там оплата еще выше там цифры примерно в полтора раза выше по, по оплате то есть там уже другая ставка но и другие другие требования и мы подходим по сути да, здесь э, резюмируя, почему, почему с нами комфортно, но я хотел бы выполнить свое обещание и поговорить о минусах: э, почему с нами может быть некомфортно. Чтобы вся эта система работала, и такое количество учеников у нас обучалось, и такое количество преподавателей у, у нас было, конечно, эта система у нас выстроена довольно жестко. И это именно система. Есть высокие стандарты и требования, которые мы предъявляем каждому, каждому нашему сотруднику, включая преподавателя. И у преподавателей есть стандарт проведения первого урока, стандарт коммуникации с учениками, стандарт коммуникации со школой. Первое, как бы первый минус, недалеко не всем эти стандарты нравятся. И ну, мы здесь максимально открыты, мы сразу их презентуем, мы говорим, что вот, да, действительно, у нас такие требования. Если вы не готовы, ну что ж, нам лучше тогда сразу расстаться, и, возможно, вы найдете другую школу, где нет таких стандартов. Но мы, наши собственники и основатели, и вся, и вся на самом деле, компания, отвечает головой за качество перед нашими учениками, поэтому мы определяем высокие требования. И вторая история, которая действительно не нравится преподавателям, но которая существует и будет существовать дальше, это система показателей. Преподаватели не любят показатели, а нам очень важно отслеживать качество, как преподаватель удерживает учеников. И, конечно, если мы дали преподавателю 6 учеников, а через месяц у него осталось там 3, у нас будут большие вопросы к преподавателям. И эти все показатели мы сделали максимально прозрачными. Они все видны в личном кабинете преподавателя, в котором, кстати, я тоже не сказал про него. Это один из плюсов. У нас есть замечательный личный кабинет, в котором можно делать все переносить уроки, вводить деньги, когда вам удобно, куда вам удобно, смотреть всю статистику по себе, как раз все, все показатели, записываться на воркшопы, к психологам, это все вынесено в личный кабинет, плюс есть удобное мобильное приложение, которое мы с прошлого года очень активно развиваем и будем развивать дальше. Но возвращаясь к минусу. Да, действительно, есть система показателей, которая сначала настораживает, если не сказать, пугает многих, но затем преподаватели, когда понимая, как работать с учениками, это уже начинается это этап принятия этих, этих показателей, этих метрик, и начинается уже гонка между другими преподавателями, кто сделает больше. И эта гонка, конечно же, поддерживается еще и финансово. Мы постоянно запускаем каждый квартал различные марафоны, марафон интенсивности, марафон удержания учеников с ценными призами в виде, ну что у нас было последнее iPhone и MacBook мы дарили, в общем, вот, и ну, денежный призы, безусловно. Постоянно есть эта история, Skyeng действительно компания, которая ориентирована на, на результат, на метрики, поэтому есть высокие требования, которые многих смущают. Мы это сразу проговариваем на старте, я сразу это проговариваю сейчас, для того, чтобы картина была сбалансирована, не так, что у нас все прекрасно, приходите к нам нас все прекрасно, приходите к нам, при этом у нас есть очень высокие требования. Вот это более коррект, корректная, корректная, формулировка. Да, и тут несколько, я попросил, чтобы мне скопировали несколько замечательных реакций преподавателей, то, что мы общаемся, да, вот у нас есть люди, которые с нами по 5, по 7 лет, и они уже проверили 12 тысяч 17 тысяч рекордсмен у нас есть. Ирина Сухорукова, замечательный преподаватель из замечательного города, города Киева. Она провела уже 22 тысячи уроков. 22 тысячи уроков у нас с нами уже 8 лет. А, невероятно. И на самом деле здесь мы плавно-плавно подошли к концу. Последнее, что бы я хотел сказать, наверное, прежде чем мы перейдем к вашим вопросам. Если вам откликается все то, что мы с вами сегодня обсудили, то и вы тоже откликайтесь. Можете перейти по ссылке, на, которая на вашем экране, по QR-коду. Можете нас найти везде. И мы с радостью примем вас проведем вас через все наши этапы отбора. Если все будет хорошо, то вполне возможно, мы уже скоро с вами увидимся на просторах э, Slack. А. Я провожу еще ежед... ежемесячные сейчас встречи для преподавателей. Э, замечательная, конечно, была последняя встреча у нас в декабре. Пришло рекордное количество, почти тысяча преподавателей пришли э, на онлайн эфир, прям в Zoom. И еще потом половиной тысячи это я, на следующий день посмотрели оставшиеся. Сейчас должны за январь, надеюсь, досмотреть. Там тоже был огромный розыгрыш призов, награждение лучших. В общем, никто не ушел без подарков. Вот. У меня все. Готов э, ответить на ваши вопросы. Я рада. Очень, Максим, спасибо большое. Сейчас передам вопросы. У нас просто как раз в чате экспертов там разыгралась бурная дискуссия. Мы всех сказали, что, 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 же вы там общаетесь в чате. Пожалуйста, давайте вопросы Максиму на трансляцию. Поэтому я параллельно сейчас... Я а, завтра не видел эту дискуссию, я же вижу только... Да, да, она просто у нас в, в чате экспертов образования. Мы такие, что, подождите, подождите, у нас есть Максим, он на все ответит. во-первых, есть вопрос, что если обязательный минимум для преподавать по количеству учеников. По количеству учеников нет. Вы сами регулируете. Может быть, и один ученик, может быть, и, и 10 учеников. Ну, на старте мы не даем на самом деле больше 6 учеников, просто это как оптимум в первый месяц. Ну, как убрать бы больше 6 э, тяжело будет, голова пойдет кругом от, от наших систем, которые действительно сложные, и нужно в них разобраться, что потом, как рыба в воде, в них разбираться. Поэтому оптимум для начала это 5-6 учеников, которые, которые мы даем. Это получается сколько часов? Может быть от 5 до 20, да, как вы сказали? Что это... Ну, в неделю, в неделю минимум. Э, Все-таки нам хотелось бы, чтобы профессор хотя бы 10 часов в неделю проводил. Ну, это по 2 часа в день с двумя выходными, кажется. Mm -hmm. Это вполне, вполне для да, старта. Вполне себе э, И спрашивают, если правда, что есть психологи. Э, правда, правда. Есть 5 психологов замечательных. Э... Их всех позволяет, я не, знаю, я не знаю, грейды какие у них есть там заслуженный психолог России или нет, но очень известный в кругах психологов Родион Жуков вот он возглавляет всех психологов, находит новых психологов. И к нему я знаю очередь, расписана уже на следующие два с половиной месяца. А набором психологов команд на... кто занимается? Тоже вы или другие. Да, как раз. Я говорю, то, у, нас, у нас есть знаменитый психолог Объем Зуков, который а, знает тоже психологов, но у них тоже есть своя комьюнити. Да. И, соответственно, он отбирает, и, и они, они прям приходят к нам в штат. Вот. Плюс у нас, когда совсем-совсем был наплыв преподавателей, и действительно мы чувствовали, ну, да, вот это сидение дома бесконечное, и для многих это был шок, особенно там конец 20-20 конец 2020 -го года, когда уже мы все сидели дома, это накопилось. А сейчас это вот, сейчас привычно. А тогда было, ну, лично мне было очень тяжело. Я как бы экстраверт, мне нужно в офисе со всеми пообщаться. И это было безумно тяжело. Такое же, такие же эмоции испытывали многие преподаватели. И поэтому, помимо собственных психологов, мы еще тогда запустили партнерские истории с Альтер, есть, ну, в общем, есть ряд, ряд известных компаний, которые обеспечивают это, и они нам очень сильно помогли, и в общем, психологическая поддержка это то, мне кажется, наше конкурентное преимущество. Я пока не видел, что в других школах такое было, но я думаю, что ребята нас сравняют, и очень скоро такое появится везде, что классно. Это здорово, что I в каких-то историях мы можем задавать тренды и когда, когда вообще могу как бы рассказать небольшую историю, когда ко мне пришел проект менеджер как раз в середине 2020 года и говорит, Максим, такая сложная ситуация, давай, давай запустим психологическую поддержку для преподавателей. Ну, а я, что называется, в огне, и вот тут, тут нужно, ну, в 2020 году огромный учеников, преподавателей, как бы, идея не до психологов. Вот, я сначала такой очень скептически к этому отнесся. Говорю, да какие психологи тут у нас, вот, нужно с учениками разобраться. Ну, и все, как-то так эта история умолчалась. Потом, спустя неделю, э, еще раз, второй раз, приходит в говорит, мы провели опрос среди преподавателей, у нас э, 25% сказали, что им срочно необходима психологическая поддержка. Я такой, так, это уже аргумент, все, давайте делать. И тогда мы эту штуку запустили. Это прекрасно, что вы можете прислушаться, что не только, что если вес э, не имеет, может, какие-то вещи и инициативы, то можно видеть действительность, да, что правда да. не подмешано. Да-да-да. А да, процентов да, да, да. вообще я хочу сказать, что вот эта комьюнити, которая у нас есть, это в какой-то степени профсоюз, а может быть даже и не в какой-то степени. Это неформальный профсоюз, потому что э, мы в КНГ действительно делаем очень много изменений э, в процессах, ну и меняем мотивационные схемы, адаптируем их. И, конечно, как и любой как и ну, любое изменение, оно вызывает настороженность. И первая реакция – это непринятие. Зачем? Раньше же было хорошо. И, конечно, и были случаи, когда мы, мы выкатывали какое-то изменение, но поднималась такая волна, люди писали петиции, было и такое у нас. И мы рассматривали, и какие-то решения откатывали, серьезно. То есть это... В это не шутки. То есть комьюнити – это не только про развлечения, это действительно живой организм, который влияет очень серьезно на то, что мы делаем. Более того, у нас был, у нас был такой эксперимент, когда мы на два квартала, это был, это был четвертый квартал 2020 года и первый квартал 2021 года, мы сделали такой эксперимент, и поскольку преподаватели, безусловно, знают, как лучше, и у них очень много действительно хороших идей, мы отдали на полгода разработку под власть преподавателей. То есть, безусловно, был куратор, который помогал все это делать, но э, мы сделали специальное приложение, где каждый преподаватель мог вынести свою идею и агитировать, чтобы за него поставили ну, там, плюсики. Если идея набирала более 150 плюсов, у нас такой был такой был то мы обязаны ее реализовать. Вот. И преподаватели сделали несколько э, Таким образом, мы для преподавателей сделали несколько их идей. Они просили, например, у нас не было такого опции, как неровный старт урока. Ну, то есть обычно уроки у нас начинаются в 17.00, 17.30, то есть шаг был 30 минут. Поэтому говорит, нам очень удобно вот плавающе, хочу начинать в 17.10, например. Нам казалось, что ну, как бы, это не так важно, оказалось, а что важно для преподавателей. И вот преподаватели как бы с помощью разработки сделали себе такую фичу и ей действительно пользуется. Еще, например, результатом этого эксперимента стало то, что преподаватели сказали: нам нужен собственный календарь. Вот у нас есть внутренний календарь, нам нужно, чтобы он был и чтобы там можно было вносить собственные дела и пользоваться календарем Skyeng на платформе, как, например, ну, Google календарем, там, ну в общем любым другим сервисом. Внутри хотим, чтобы, потому что там же уроки, это как бы основа, и мы хотим туда еще вносить личные дела. Мы такие, ну хорошо, тоже сделали. Сейчас это, это этим, этот календарь доступен всем, то есть там есть личные события все это вносят. В общем, комьюнити — это серьезный живой организм, к нему которого мы просто не имеем права не прислушиваться. Как куратор сообщества образования, вообще, как Яндекс.Кью про сообщество, вообще, очень приятно слышать это, а в очередной раз доказывает того, что комьюнити — это не просто люди, это не просто аудитория, это инструмент, который влияет на то, что происходит сейчас, поэтому прекрасно, что есть такая ценность в вашей компании, это очень приятно слышать. Вот. Пойду дальше по вопросам. Дальше очень интересные вопросы про, про берете ли вы выпускников колледжей? Соответственно, я немножко не знаю, как выпускник колледжа. Да, 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 берем. То есть, если, если вы проходите все этапы, да, то это не является никаким стопером. Это, то это есть, среднее образование достаточно да, да. Интересно, да. интересно сколько возможностей открывает это для для молодежи что да. можно уже начинать особенно ну то есть почему у нас небольшой небольшой порог там до да, 20 лет хотя конечно средний возраст у нас гораздо выше у нас видно четкое разделение безусловно для для взрослых и особенно для для корпоративного сегмента, да, где есть большие запросы на корпоративный английский, там, и на не знаю, медицинский английский, например, и на иные, и не только на английский, там, конечно, те, кто уже с опытом постарше, там средний возраст приближается, наверное, к 40 а, преподавателей. Но у нас же большая часть это все-таки сейчас детки. Вот в прошлом году у нас по структуре детское направление впервые за все время обогнало взрослых, что нас, безусловно, радует. А, и это приятно. И для, для деток, а, учитывая, что у нас есть и даже дошкольное образование а, то есть это от детей 4, от 4 лет вчера до 6, а, там а, ребята, которым по 20-21 год, они прекрасно находят контакт и с родителями, и с учениками и обучают тому, что, собственно говоря, они недавно сами проходили. Более того, а, подготавливают к ЕГЭ ОГЭ ребята, которые тоже совсем недавно это, ну, по сути, условно, там, 3-4 года назад это сдавали, и у них еще свежо, и они уже и сами сдали. То есть они знают как бы фреймворк сдачи, да, и еще они, готов... они являются носителями знаний, которые они закладывают и передают нашим ученикам. В общем, разные есть комбинации, но в среднем, да, то есть у нас нет... То есть для нас не так важно на самом деле регалии а, и как, как, какие-то официальные истории. А, с, они, конечно, имеют сувес, но гораздо важнее, как человек проявит себя на каждом из этапов, как он подойдет к аудиоинтервью, да, запишет он его, ну, как бы, извините, грубо скажу, на отвяжись, ну, такие тоже бывают, и он подойдет к нему творчески, да, и сделает красиво подготовиться, ну, прям будет, это будет, это сразу услышно в голосе, когда человек хочет работать, когда... Uh, и ты понимаешь, что вот, вот так этот человек и будет проводить уроки. Он будет точно так же заряжать uh, своих учеников, которые добьются успеха. Для нас это самое важное. Ну и дальше, и также каждый следующий этап. Как он напишет тест? Как проведет тест того урок. урока? И у нас очень-очень много было случаев, когда uh, настолько были яркие, uh, ярко сделанные этапы, но человек по каким-то параметрам, когда у нас еще, у нас были действительно довольно жесткие ограничения, когда были еще жесткие ограничения, и мы ну, всегда шли навстречу, понимая, что, что это так. Или, например, очень много ярких примеров, когда люди хотели перейти в департамент, тот премиум, про который я говорил, да, где требуется еще более, более жест, жест, жесткая подготовка, стандарты, действительно, там требуется большая подготовка персонализации занятий. И там ставки, высоты там как правило приходят ученики, которым там через три месяца нужно э, пройти э, пройти собеседование там в Microsoft, например, да, чтобы устроиться. Там нет права на ошибку, поэтому и там люди занимаются каждый день, и, вот уч уч учитель должен все сделать, чтобы сдать, потому что мы должны гарантировать, что мы подготовим со своей стороны вас к этому собеседованию. А, вот и люди когда преподаватель когда приходили И там есть там жесткий переход на премиум, но они настолько горели желанием заниматься и настолько творчески подходили, что безусловно, мы внутри закрывали глаза на то, что еще там, там не проходили по каким-то другим как бы, ну, официальным параметрам. Мы в этом плане очень гибкие, поэтому это точно не должно являться стоп-фактором, если у кого-то есть желание, отсутствие каких-то регалий, давайте так. Давайте дальше. У нас я вообще вдохновлена. Я уже думаю, как бы мне <laughs> к вам как бы еще одну работу совместить. Пойдем дальше. Есть вопрос. Сейчас доход репетитора 500-700 тысяч рублей в месяц. Это не редкость. Можно в Skyeng зарабатывать хотя бы 3-5 тысяч в час? Именно сколько стоят групповые занятия и некоторые индивидуальные? Это спрашивает математический эксперт, соответственно, компетенция в математике. Хорошо. Я, честно, удивлен. И про 500-700 тысяч э удивляет очень сильно. У нас есть наши внутренние исследования. Я знаю, в прошлом году делала исследование, по-моему, «Вышка». И там, ну, мы, мы, безусловно, держим руку на пульсе и следим за трендами. Безусловно, наверное, есть, э есть такие, кто могут зарабатывать 500-700 тысяч. Я не знаю, что в кто-то зарабатывал такие деньги, я же даже не о преподавателях говорю. Mm -hmm. а, вот, и... Но при этом вопрос состоит вопрос из двух частей. То есть, наверное, про 500-700 тысяч, честно скажу, нет. Ну и прямо говорю. При mm -hmm. этом, безусловно, есть групповые форматы, которые очень сложные и требуют, и требуют значительной подготовки. Как, как материала, так и, наверное, эмоциональный, безусловно, они оплачиваются ну, совсем по другой ставке. Они там оплата их действительно несколько тысяч рублей групповых уроков. Это, это правда. Такое, такая история есть. Но я не знаю преподавателя, который проводил бы там, более 100 групповых уроков в месяц. Это, это безумно сложно. Вот. Если у него нет дополнительной команды только какой-то, если нет людей, которые обеспечили бы ему технически, либо доп. мне кажется, так. Ну, или, 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 или сестры, или братья Близнецов. В целом, да, в целом еще один из плюсов, который я не отметил, это то, что мы предоставляем самые разные возможности и действительно... Там методисты, которые работают в методической поддержке преподавателей, конечно, они все либо бывшие, либо действующие преподаватели. Люди, которые пишут курсы, отдел контента, безусловно, это большинство из них действующие опытные преподаватели, которые знают, как это делать и обладают навыками. Ну то есть, если есть желание развиваться не только в преподавательской среде, безусловно, люди, которые там являются лидерами мнений и поддерживают комьюнити, являются там лидерами городов, есть у нас такое понятие. Безусловно, это все преподаватели. Как правило, это все-таки действующие преподаватели. Как говорит у нас руководитель тренерского центра, не бывает бывших преподавателей. Ты всегда будешь кого-нибудь потихонечку да, обучать. Вот как раз вот вопрос тоже от этого же автора. Кто автор методику математики? И, вероятно это как раз коллеги, ну то есть наверное это команда, да, которая делает. Одного автора я точно не назовут, потому что будет несправедливо. То есть есть большой отдел контента, который этим занимается. У нас все еще вопросы про оплату. Все-таки это важная вещь. Да, да, я знаю. в интернете все пишут про 200 рублей в час для преподавателя. Как получается 20 тысяч при минимальной нагрузке? Это здорово, что пишут 200 рублей, потому что до этого весь прошлый год мы боролись со ставкой 100 рублей. Ну, это несложно запустить любую вирусную историю на YouTube. Безусловно, стоит посмотреть отзывы о Skyeng, и, конечно же, отзывов будет большинство негативных. Ну, мало кто из нас пишет позитивные отзывы, но как бы, мы... Мы с этим легальным путем боремся тем, тем что пытаемся преподавателей, которые зарабатывают 100 тысяч и больше, попросить тоже. Ну, вы можете рассказать, да, как вы пришли, какие сложности, чтобы отзывы были честные? Да. И, и на сегодняшний день действительно количество отзывов про, про 100 рублей они уходят на второй план. Ну вот, я уже вижу 200. Еще немного и мы подберемся к, к истинной цифре. Uh, у меня к этому отношение выработалось давно, и оно довольно простое. Каждый, серв... Каждый сервис, uh, каждая компания uh, как бы имеет своих последователей, имеет своих хейтеров. Яндекс. Сколько отзывов про Яндекс? Про, про любой из сервисов. То, то, что здесь у нас на экране сейчас осталось. Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм. Кстати, я, наверное, могу уже остановить да, экран. Uh, да? Давайте, ну да. Yeah. Остановлю. Со соответственно, любой из сервисов у него есть свои последователи, есть хейтеры. Там, не знаю, любой магазин, в который вы ходите, который вам нравится, для кого-то это самый ужасный магазин, которому его там упугали, он туда никуда не пойдет, и, и так далее. Поэтому столько людей, сколько мнений, э мы знаем. мы у Нас есть 15 тысяч преподавателей, которые не дают нам усомниться в том, что мы на правильном пути. Э они знают свой заработок. Э мы тоже знаем эту историю, но ну и суммарно те суммы, которые суммарно те суммы sorry, за тавтологию, те денежные средства, которые мы платим в год преподавателям, они соизмеримы с несколькими с несколькими регионами, я имею в виду, которые тратятся бюджеты на выплату преподавателя. Мы тоже делали для себя такую статистику. Поэтому Окей, отзывы бывают разные, мы, мы про это бываем, мы, мы, мы про это знаем, это бывает, но у нас есть, как бы, есть своя позиция, мы никого насильно не держим и никого не уговариваем и не делаем каких-то ложных обещаний. Поэтому мы честно говорим о том, что у нас есть огромное количество плюсов, с нами удобно, при этом есть минусы, есть требования, есть, есть, есть показатели. У тех, у кого показатели в норме, но ну, эта ставка в разы выше, чем, чем пишут в интернете, безусловно. Вот. Зависит что еще от опыта и зависит от того, что за предмет, поэтому очевидно, что ну, что есть э, спектр оплаты разный, да, и что опытные преподаватели, конечно, они получают цифры. я я вывел средние цифры для для новичков, опытных безусловно, там уже совсем другая разрядность даже цифр преподавателей, которые получают. Я просто не формировать каких-то ложных ожиданий, что там было на стадии 100 тысяч. Нет, зачем? Я, я привел цифры 24 и 48, они рассчитаны исходя из, из базовой ставки. Это же, да, это же частичная работа, это же не... Да, это, ну, тайка, да. И частичная работа с любого уголка земли в любое время. Поэтому, ну и да, и большинство преподавателей, когда, когда стартуют, и это тоже объяснимо, они не бросают там предыдущее или место работы, либо частное репетиторство, они смотрят настороженно, и мы тоже с этим окей. Поэтому я говорю, что на старте хоть два, хоть три ученика вы видите, окей. Потом они понимают и делают выбор. У нас огромное количество кейсов, когда люди, ну, переходят, к сожалению, из школ, потому что им, им так удобнее. Есть даже из университетов преподаватели переходят и, и работают нет, на, нет, на, нет. На, пол, на полную ставку у нас. Да, такие истории тоже есть. Поэтому, резюмируя, действительно, отзывов про много. Большая часть из них, как принято у отзывов, имеет негативный окрас. Попробуйте сами и сформируйте свое мнение. Мне кажется, Мне это кажется, самое правильное. Да, конечно, я тоже полностью вас поддерживаю, что только своим путем, только своим, кто можно определить, подходит тебе или не подходит. Потому что не бывает дорого, бывает для тебя неподходящий. Там, да? Это же все очень субъективно. Да. А, тут тоже очень интересный вопрос, я тоже задумалась, даже А сколько времени проходит от аудиоинтервью до первого урока? Долго ли проходит этот процесс? Соответственно, получается, это. Отличный вопрос. Отличный вопрос. Тут все зависит от вас исключительно. Могу сказать, что в среднем э, проходит э, меньше недели, но глобально весь курс, э, весь весь первичный курс, э, он рассчитан на на 50 часов, ну прям чистого времени. То есть если если тратить по ну там по 8 часов в день, но ну, это конечно так. Сильно, но то за, за неделю можно сделать, и можно, можно пройти этот курс, и, условно, записав в понедельник аудиоинтервью, в следующий понедельник можно выйти. Но, опять же, это, наверное, из минусов, это можно отнести в категорию… Как бы это плюс, что быстро, mm -hmm. минус, что это очень сложно. Это прям нужно ну, бросить все и заниматься только этим. Сам, как бы Самый самое стандартный срок – это 10 дней. То есть большинство предплатили у нас проходят как раз в промежутке от 8 до 14 дней, но средний, средний срок у нас 10 дней, вот. При этом, если вы будете проходить 20 дней, мы, конечно, будем вас, э, ну, что называется, пушить и, и, под, и подталкивать, давайте, давайте, ну, чтобы не растянуть и, ну, не потерять там кандидата, но это тоже нормально, то есть у всех бывают обстоятельства свои, И действительно, можно там, можно на паузу нажать и сказать, что я, я пройду там вторую часть там спустя неделю, потому что вот, потому что есть... Такие сейчас обстоятельства. Тоже мы в этом плане гибкие, но нам, конечно, мы сами заинтересованы, что преподаватель э, прошел это, с одной стороны, быстро, но, с другой стороны, конечно, качественно, потому что мы не можем, не можем поставить учеников тем, в ком, в ком мы не уверены. Есть, есть формат э, до обучения, то есть определенный процент преподавателей тестовый урок э, делают не так, как нам хочется, но, по сути, не проходят его, если пользоваться образовательными терминами. И есть формат до обучения, то есть есть прям отдельная программа, то есть не нужно изучать все заново, есть программа по блокам, которые западают, она назначается, и спустя там неделю э, можно сдать повторно э, тестовый урок. У нас тоже такая история есть. Ну и потом, э, конечно, первый месяц, э, безусловно, э, метрики и показатели преподавателя, они под пристальным вниманием, потому что нам важно, важно понять, удостовериться. И если что-то мы упустили, то назначить преподавателя обучения, которое уже есть в тренерском центре, оно собрано, и где-то если западает навык, не знаю, там, есть там у кого-то не получается подводить итоги да, уроков, у кого-то, наоборот, не получается там, растопить лед с учеником, еще что-то. Для этого есть специальный курс, именно целевые, смотря которые они опять же составлены как бы демотики, преподавателями которые тоже монетизировали свои свои знания в свое время и получили тоже вознаграждение материальное и в виде в виде признания от того что они стали авторами специальных курсов для преподавателя ну то есть у нас все эти истории авторские внутренние Хочется зачитать один отзыв. Я работала в Skyeng. Это лучшая методика, метод поддержки для преподавателей, которую я видела. У конкурентов нет ни психологов, ни методической помощи. Поэтому... Спасибо. Не только про 200 рублей. Соответственно, есть дальше вопрос немножко в другую сторону, про Skype Pro. Mm -hmm. Я так понимаю, что я могу его озвучить, но можно просто переадресовать, куда дальше узнать по этой теме. А, есть ли в ближайшем будущем перспективы расширения списка курсов Skype Pro, допустим, как в Skillbox, направление IT, медиа, специалистов? Подбираете ли вы специалистов, преподавателей уже сейчас? Да, хороший вопрос. Skype Pro — наш новый проект, который, который запустился совсем недавно. И безусловно сейчас э, тестируется много разных гипотез направлений, и точно круг этих историй будет развиваться, мой ответ да, безусловно. Э, я не знаю конкретно именно эти будут или нет, потому что все зависит от спроса. То есть, как, так же как мы запускали SkySmart, мы запустили 10 предметов. Из них, там, когда мы запускали, в 2018 году два, два отличались колоссальным спросом, поэтому мы запустили только два. Сначала английский, потом математику, чтобы потренироваться, ну, посмотреть, потому что для нас было новое. Окей, двигаемся дальше. Что на третьем месте? Угу, физика. Потом химия, сознание, И мы так двигаемся. Ну, то есть, эм, мне кажется, стандартный подход ры рыночный. Skype Pro делает то же самое. То есть, они запустили сейчас то, что требуется спросом, это там, аналитика, программирование, да, и управление проектами, и иные истории. Дальше ребята, ребята точно запущены управление в тестах, и что-то, что, -то, что -то, безусловно, выставит, и это новый продукт, который стремительно развивается, и я верю, что будет развиваться дальше, потому что тяга к знаниям, она сейчас очень-очень остра. Видимо, просто хотят преподавать уже начать, поэтому узнают, если вакансии как преподаватель специалистов. Есть опять все про то же, про 100 тысяч, про 200 рублей, к сожалению, но тут негативный, ну, просто какой-то вот эмоциональный всплеск, я не буду дальше читать. Следующий вопрос. Доступно ли в Skype внутреннее обучение, если понимаешь, что есть еще куда развиваться, но нет возможности оплачивать дорогостоящие курсы повышения квалификации на стороне? Безусловно, то есть есть внутреннее обучение по предмету. И поскольку мы стартовали там с английского, в английском просто, я не знаю, гигабайт информации есть в самых-самых, я говорю, 15 разных форматов, воркшопы, мастер-классы, вебинары. То есть там есть очные, заочные, селф-стадии формата, самые разные. То есть в английском огромное количество. В других предметах, поскольку они запустились несколько позднее, Такого объема нет, но тоже там, не знаю, по математике огромное количество курсов, как, как именно современно с помощью онлайн можно выбирать, потому что математика, там же нужны и планшеты специальные, где, где писать, это, это несколько другое. Есть везде свои особенности. Но в целом, если есть желание, мы всегда помогаем в этом направлении. И более того, у нас есть и истории, когда мы привлекаем внешних спикеров, внешних звезд, которые приходят и делают мастер-классы по разным предметам. Вот в том году у нас прям несколько было тоже стримов таких, которые мы делали для преподавателей, куда звали экспертов в той или иной области. И эта история тоже очень живая. И опять же, это все формируется с преподавателями. То есть, если мы видим, что есть запрос, преподаватели просят, мы хотим вот, чтобы можно как-то дотянуться до вот этого спикера, он, он классный в своей области, но мы, как правило, можем дотянуться давно до многих. Это очень, очень, приятно слышать, потому что а, человек, который делает комьюнити, всегда вот хоть то, что вы сказали, это самое приятное, что есть запрос от аудитории на определенных спикеров экспертов. Это вот, мне кажется, что это значит, что комьюнити работает, и это супер. Так и есть. Вопрос, как вы набираете, как вы набираете и проводите отбор методистов? Есть какие-то особенности? Или... Ну,

Я не скажу, что у нас прям вот много методистов, потому что мы, мы набираем точечно. Когда, конечно, когда скан создавался и запускается, и когда запускается новый предмет, там требуется большая помощь методистов, чтобы это запустить. А потом процессы стабилизируются, и ну, то есть не нужно быть, мы не растим штат методистов, да. То есть, поэтому, ну, бывает у нас случаи, когда преподаватель приходит и говорит: вот я, я, я хотел быть преподавателем, но я хочу быть сразу методистом. Но не всегда открыты вакансии методистов, но ну, очень часто, безусловно, запускается новые предметы, и в целом школа расширяется. Мы набираем методистов. Я не помню случая, чтобы, чтобы мы брали методиста прям извне. Да, там есть академический директор, который к нам а, пришли. То есть, но именно методисты, которые ежедневно разрабатывают материалы либо там, поддерживают преподавателей, это все методисты. А, это все текущие преподаватели, которые проявили себя, и в которых мы уверены, у которых там, метрики все выше 100%, различные есть награды, шилдики. И это прямой путь к тому, чтобы, чтобы доверить им мет методологическую часть. Вот потому что... То есть они все практики. И это очень-очень важный для нас подход, потому что у нас все-таки образование не совсем классическое, да, но оно больше, ну, то есть методики там английском уклон на, на коммуникативные истории, безусловно, и оно больше живое про общение, потому что есть онлайн-формат, если он будет скучным и неживым, ну, но у нас не будет такого количества учеников и, соответственно, такого количества преподавателей. Поэтому методисты нужны практики, вот, но которые прекрасно владеют материалом и давно освоили и хорошо могут как бы имплементировать скучную теорию, сделать ее живой и практичной. Вот, наверное, это основное, что мы смотрим. Ну, а там дальше, как мы отбираем, ну, тоже есть свои этапы, несколько собеседований, тестовые задания. В принципе, стандартная история. То есть методистов вы тоже сейчас ждете. Получается, что люди, которые а, готовы прийти через позицию методиста, не сразу предметника, да? они тоже могут а, спокойно подавать заявки. Именно на методиста? Да. Или это, не очень? Это, это, честно скажу, сложно, потому что мы отдаем приоритет вот таки, тем преподавателям, которые уже, уже поработали какое-то время, ну, хотя бы uh -huh. полгода внутри Skyeng. Uh -huh. И а Это тоже... очень важно, потому что. Буду, буду честен, например попасть на методиста, сложно. Это важно, спасибо большое. А, так. М -м. Люди пишут, что уже переписка между людьми, что обсуждают, когда какие годы и какой был опыт. А -а -а. Все, кажется, эти вопросы закончились, там просто уже дискуссия пошла между слушателями, если я не ошибаюсь. Ну, про отбор заданий говорят, а, что про. Окей. А -а -а -а. Я думаю, что мы отлично поговорили, Максим. Я э, покорена, очень рада услышать такого количества классного опыта по работе с учителями, по работе по поддержке, по работе с комьюнити. Поэтому э, я не вижу, пока больше вопросов. Я думаю, что мы за чуточку уже перешли за наш тайминг. Наверное, ну здорово, мы... мне кажется, как раз э, это, это прекрасная точка, чтобы завершить на, нашу с вами встречу. Спасибо да. всем большое кто нас смотрел, кто, кто слушал. Надеюсь, что ту цель, которую мы с вами установили, сформировать первое или, может быть, второе впечатление о компаниях Skyeng, SkySmart, SkyTeach у нас получилось вместе. И будем рады вас видеть в наших рядах для того, чтобы вместе делать жизнь сотен тысяч людей лучше, менять и улучшать этот мир. Спасибо. Пришел один вопросик под конец. Ответим а? и расходимся. А? Согласна. А вам нужны на компьютерные курсы преподаватели? Да, очень нужны, потому что это свежее направление и спрос на него превышает предложение. Очень много детей хотят заниматься компьютерными курсами, поэтому мы ждем очень, очень ждем. Прям откликайтесь сегодня же. Прекрасно, Максим, благодарю, хорошего вечера вам и. Спасибо, спасибо. Всего доброго.